И сегодня вы увидите, как сделать классный и мягкий бархатный слайм. И мы не будем использовать ни клей, ни тетраборат. Но перед началом мы хотим вас попросить подписаться сейчас на этот канал и нажать на колокольчик. Потому что мы хотим быстрее набрать 10 тысяч подписчиков. И если вы подпишетесь сейчас, вы очень сильно нам поможете. И мы будем вам очень благодарны. А мы начинаем! Итак, нам для этого понадобится средство для мытья посуды. Мы взяли средство Fairy и наливаем Fairy сначала. Подойдет абсолютно любое фирмы средство, которое есть у вас дома. Теперь добавляем крем для рук. Можно использовать любой крем, например, крем для ног или старый крем для лица, лосьон для тела, в общем, что-нибудь кремовое. Дальше нужна зубная паста. Зубная паста подойдет абсолютно любая, любой фирмы. И ее нам надо чуть больше, чем крема. Немножко косметического или детского масла. Если у вас его нет, можете не добавлять. Но лучше не использовать обычное подсолнечное. Перемешиваем ингредиенты. Ребята, оно реально очень круто пахнет. И главный ингредиент сегодня – это крахмал. Подойдет любой – картофельный или кукурузный. Главное, чтобы не мука. Добавляем крахмал, пока наша масса не станет густой. Видите, как наш слаймик загущается? По структуре он должен получиться очень классный. Он очень крутой. Смотрите, я уже вижу, как он очень круто тянется. И очень, наверное, будет приятным на ощупь. Уже хочу его пожмякать. Главное не переборщить с крахмалом. Аромат мятной зубной пасты очень приятный. Мама, дай мне немножко масла на руки. Чтобы слаймик не прилипал к рукам, лучше смазать маслом. Можно и обычным подсолнечным. Ребят, если вот так подержать его, то он течет по руках. Но потом можно его собрать. Посмотрите, какой слайм у нас в итоге получился. Он тянется, но лучше быстро его не тянуть, ведь в этом слайме нет клея, чтобы сделать его эластичным. Зато он очень мягкий, он очень приятный на ощупь. С ним приятно играть. Получился отличный слайм антистресс. И мне он понравился. А вы напишите в комментариях, хотели бы вы попробовать сделать такой слайм? Без клея и тетрабората натрия. В пленочку он не растянется, но поиграть с ним очень приятно. С вами были Алина и моя мама. Ребята, если видео вам понравилось, ставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал! Потому что мы должны с вами достичь первой цели. 10 тысяч подписчиков! Мы вам будем очень благодарны, ведь наши подписчики самые лучшие! Мы всех вас любим! И до новых встреч! Всем пока!